Всемирный день туризма не просто профессиональный праздник, это и день тех, кто любит проводить время активно и с пользой. Можно сказать, что история белорусских путешествий берет свое начало в 1951 году с основания компании «Беларусь-турист». Сегодня это единственная в Беларуси сеть туристических предприятий, имеющая в своей структуре гостиничные комплексы во всех регионах, базы отдыха и бюро путешествий и экскурсий. Не исключение Брестская область. Здесь работают два профсоюзных туроператора – «Горизонт Тур» в Барановичах и «Брест-турист». У нас разработано больше 100 туристических маршрутов по всей Беларуси. Это связано и в направлении Домачева, в музей космонавтики, обыкновенные маршруты, которые связаны с Беловежской пущей, Каменец, Кобрин. В общем, любой уголок нашей большой страны. Плюс у нас существует группа отелей «Беларусь-турист», в который входит 18 отелей, то есть это и Брославские озера, и Орша, и Минск-турист, Витебск-турист, Орша-турист, Могилев-турист. В каждом областном городе существует такой отель, как наш. Вот. Мы между собой взаимодействуем и предоставляем различные и туристические услуги, и по проживанию, и по питанию. Также у нас обновленный ресторан, обновленный банкетный зал после ремонтов. Добро пожаловать, ждем вас всех с праздником. В рамках праздничных мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма, в гостинице «Беларусь» прошла презентация новых туристических маршрутов от «Брест-турист». Могилевская область, Золотое кольцо России, Карелия. И мы в этом году совершенствуем наш тур по Карелии, по околицам Карелии. Мы пытались его запускать в этом году. Предприятие «Газопарад» отправило туда 3 автобуса, но мы его совмещали с Петербургом. Среди приглашенных слушателей – лидеры первичных профсоюзных организаций предприятий «Брещины», с которыми тесно сотрудничает «Брест-турист». И неудивительно, ведь за первое полугодие 2023 года на финансирование туристических программ для членов профсоюзов было направлено более 12% средств профсоюзных бюджетов, что составляет более 1,5 миллиона рублей. В свою очередь, «Брест-турист» предоставляет скидку в 25% при заселении для всех членов профсоюза. Сегодня, как никогда, в силу определенных внешних факторов, важно развитие внутреннего туризма Республики Беларусь. И вот здесь роль профсоюзного туризма очень-очень важна. Практически 90% всех маршрутов, которые оплачивают и организуют профсоюзы, это маршруты внутри нашего замечательного государства, внутри нашей Республики Беларусь. Поэтому мы хотим не терять инициативу, мы хотим нормальной конкуренции с частными туристическими фирмами. И более того, у профсоюза есть своя материальная база, есть свои гостиницы, есть свой транспорт, есть свои активы, которые позволят максимально недорого сделать экскурсионные поездки для членов, да и для членов профсоюза. Хотя абсолютно естественно, что членам профсоюза дешевле скидки, даже проживание в этом среднем, но очень хорошем отеле, как гостиница «Беларусь», для членов профсоюза на 25% дешевле. Поэтому вступайте в профсоюз, путешествуйте, жизнь одна. И должно быть меньше людей в нашей стране, которые по несколько раз уже бывали в Египте, а ни разу не были на Брославских озерах или где-нибудь в других замечательных местах нашей страны. И, конечно, профессиональный праздник не обошлось без подарков. В рамках презентации генеральный директор унитарного предприятия «Брест-турист» Александр Кныш наградил благодарностями лучших работников туристической компании, а также лидеров самых активных профсоюзов. Сегодня поздравили нашу первичную профсоюзную организацию Брестского областного управления ОАО «СБ Беларусьбанк» за активнейшую работу, почему еще немножко преувеличиваю, по туристской экскурсионной деятельности. Дело в том, что Беларусьбанк у нас представлен в области 17 организациями. И практически все организации, наверное, меньше чем за половину года, очень много путешествовали по нашей любимой стране. Они были и в Гродно, и в Могилеве, и посетили очень много замков. По-моему, даже путешествовали уже в Москву. Вот я сегодня сказала, спасибо большое, что еще открыли Карелию. Россию очень все любят, там у кого-то есть родственники, у кого-то воспоминания. Мы родились все в большой, огромной стране, в Советском Союзе. И поэтому путешествуем с удовольствием, как на запад, так и на восход. Брест-турист мы поздравляем с замечательным праздником, желаем им здоровья,
успехов, чтобы только первым туроператором в нашей республике был Брест-турист. Приятный сюрприз Брест-турист подготовил для брестчан. Во Всемирный день туризма у гостиницы «Беларусь» проходила дегустация белорусских национальных напитков. Ко Всемирному дню туризма ресторан «Беларусь» приготовил дегустацию. Для дегустации приготовили согревающие напитки. Это, так сказать, славянский такой напиток «Сбитень» на травах. И новое такое, скажем, разработка ресторана – облепиховый чай. Спешите изучить новые маршруты «Брест-турист» и не забывайте про эксклюзивные бонусы для членов профсоюзов. Приятных путешествий. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.